Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. И мы сегодня посмотрим с вами игрулю под названием «Сбегите из игры интро». Игру вы можете найти в Стиме, и она абсолютно бесплатная. Опа, 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 опа. Что за херня тут происходит? Я не знаю, как мне двигаться. Ага, двигаться, понял. А прыгать? О, это ты. Ну да. Я ждал тебя. Красава, вообще красава. Чё я могу сказать? Красава. Ты здесь, чтобы помочь мне, так? Наверное, как мне прыгать? Ты мне объясни, братан. Ничего не понимаю, серьезно. Извини. Просто подержись. Постой здесь несколько секунд. Что с моей музыкой здесь происходит, твою мать? Не знаю. Переключить на что-нибудь еще, Мэгги. Мне нравится. Думает. Как мне дальше-то идти? Ох. Мой. О, мой бог. Да ты, мать твою, издеваешься надо мной, Мэгги. Или магл. Фанк? Серьезно? А что, нормально, по-моему? Это загадочная игра, твою мать! Включи что-нибудь нормальное, подходящее. Включи что-нибудь другое. Сейчас. Ну-ка. И что же такого загадочного включит? О! Это вроде по... Опять что-то нравится. Извини насчет этого. Давай вернемся к нашему делу. Я Кевин. Здорово, здорово, Кевин. Ты можешь двигаться, нажимая А и Д. Это я уже понял. Что еще могу? И ты можешь прыгать. Я не мог этого, честное слово, не мог прыгать. Давай, пойдем. Ага. Если удерживаешь кнопку, ты будешь медленнее падать. Что это такое? Что происходит? Пропускать диалоги, клавиша Т. Да ну нахер. Но это разобьет мне сердце. Все равно, мы используем наши грэплинги-хуки, чтобы двигаться вокруг. Чего используем? Просто помести твою мышь в одну из этих золотых. И потом нажми правую кнопку мыши. Ага. Понял. Ху, Тарзан! Теперь ты просто профессионал. Нажмите Space, чтобы падать медленнее. Спасибо. Так, подожди, а это что? А, БД, БД, БД! БД! Я сейчас разобьюсь! Нет. Не разобьюсь, я так и знал. Я так все и планировал. Так, тихо, медленней. Что это за двери такие? Замечательно! Восхитительно просто! А ты должен был видеть игрока, который играл в эту игру вчера. Рассказывал ему 30 минут, как забраться сюда. Вот он, лошар. Лохопед. Да, я серьезно. Я понимаю, дружище, просто понимаю. Долгая история короткая. Он так и не помог мне сбежать из этой игры. Ох, хорошо. Заходи в портал. И? Onwards. Onwards, я, если честно, что-то не знаю. Что-то типа это самое неуклюже, нездорово, неприятно, неожиданно. Что-то в этом роде. Что за белая хрень? БД! В смысле ты умрешь? Зачем ты умрешь? Ты что, дурак? Не надо умирать. А, сюда я пройти... Сюда я пройти не могу, да? Просто шучу. Так, ага. Урон от падения это просто херня. Забери зеленую хрень наверху. Да, это какой-то кубган. Теперь ты можешь нажать левую кнопку мыши. И можешь стрелять. Спасибо. А зачем? Ага. Теперь я могу рушить коробки. Ой, понял. Теперь я понял.
Ага, это там на выходе, короче, мне эта шлепотуня понадобится. Воу, ты же сказал, ты не умираешь. Дружище, извиняй. Ох, черт, дежавю. Подожди, давай быстренько посмотрим, что там внизу находится. Ага, у меня есть ХП. Это я видел. Ты просто должен уничтожить эти гребаные блоки. С радостью. Ох ты ж, ёп. Ты такой крутой. Сейчас. Вот именно сейчас. А до этого я не был крутым, да? Ты начинаешь понимать, как это делать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Никто ничего не видел? Никто ничего не видел. Я попал туда с первого раза. Я же, да, я почти разрушил. Все. Непонятный блок. Там темно и страшно. Ты уверен, что нам туда нужно идти? Мы должны пройти на уровень L2, чтобы сбежать. А, я знаю небольшой глич здесь. Есть короткий путь в жерло вулкана на уровне 7. Должно быть безопасно. Да я тоже думаю, что в жерло вулкана спускаться это прям вообще безопасно. В принципе, не так спустишься, тебе уже похер будет. Заходи в портал слоупок херов. Просто иди, пожалуйста. Мы не должны тратить время. Ну-ка, подожди, а что будет, если я не пойду? Ладно, пойду. Он меня уломал. Хорошо. Ну, как скажешь. Несколько небольших правил. Первое. Не пить из лавы. Второе. Не говорить с лавой. Третье. Не писать в лаву. Я думаю, ты это усвоишь. Ну, насчет не писать в лаву, это, конечно, ты вообще... Мне кажется, если первым делом я был бы возле вулкана, я бы туда пописал, по-любому. Интересно же, что случилось бы, правильно? Правильно. Кому ж не интересно было. Даже не думай об этом. Ну ладно, ладно, ломал. О, трикипарт. Уху! Так, подожди. Изи. Изи пизи лемон сквизи. Так, а это что за дверь? Больше золота. Зачем тебе золото? Непонятно. Зачем-то золото может понадобиться. Ладно, оставим. Так, портал. Либо можно сходить туда. Да, можно сходить сюда. Кто додумался класть эти золотые коробки прямо возле жерла вулкана? Тот, кто не хотел, чтобы их трогали. Видишь, вулкан очень даже безопасно, если следовать небольшим правилам. Дай 5. Лови, я не знаю, что. Просто продолжим. Да, неудачно. О, мы уже очень близко к уровню 12. Мы должны встретить здесь несколько роботов довольно скоро. Да, просто позаботься о них, используя кубган. Хорошо. Так, а я... Ага, сюда я не могу. Понял, за эти я цепляться не могу. Что здесь происходит, я не знаю. О мой бог, 1000G. Кубган апгрейд, да ладно. Это как раз то, что нам нужно. Просто возьми это. Хорошо, слушай теперь внимательно. Слушаю. Holding down. Ага, понял. Ага, понял. Все, я тебя понял, братан. Только я не совсем понял. А, ты можешь прыгать. Все, теперь я понял. Все, видишь. О, подожди, там что-то есть. Еще один. Невероятное совпадение. Чего? Это портал? Подожди, это портал? А как же наверх? Это портал? Не-не-не-не-не-не-не. Если это портал, то он мне нахрен не... А как я туда попал-то вообще? Кто-нибудь поймет? Да как так-то? Блин! Подожди. Реально, мне интересно посмотреть, что там сверху находится. Да как же я туда... Как я туда попал? Да что твою мать происходит?
Потому что... А! Все понял. Да блин. Во, как я туда попал. Ай-яй-яй. Все. Сейчас все будет. Мне просто нужно продолжить ускорение. То есть где-то вот так. Да блин. Ничего, реально одному интересно, что там наверху находится. А это может быть очень трудно. Хорош. Вау. Братан, сам в шоке. Это впечатляет. Я оценю этот прыжок в 9 из 10. Почему? Небольшой косяк с приземлением. Понятно, понятно, мерзкая скотина. 9 из 10. 10 из 10 должно быть. Ты чё? Портал, так и знал. Хорошо, я уже чувствую врагов. Мэгги, что ты делаешь? Ты знаешь, что делать. Точнее. Сейчас что-нибудь... Время, чтобы использовать куб-ган. О, слушай, вот эта тема. Прям музон подобрали, самое то. Осторожно в лаву. Я помню, не писать в лаву. Не спрашивай меня, почему это здесь находится. Чего находится? А, почему лава здесь? Я не спрашивал. Вот сволота неместная. Подожди, подожди, а куда мне идти? А, господи, это проход. Отличная работа, спасибо. Так, подожди, сверху, сверху, падла. Даже две падлы. Аккуратненько. Пожалуйста, не упади вниз, а чё так? Слава богу, подожди, а куда идти? Сюда? Наверное. Так, вижу проход. Что-то все темное такое. Отлично, здорово, парни, здорово. Они тоже рады тебя видеть. А, прощайте, парни, подожди, а наверху чего? Я должен сходить. Слушайте, даже несмотря на то, что игруля бесплатная, она охерительно интересная. Так, подожди. А, все понял, тут просто некий проход. А, еще один апгрейд. Чем дает? Подбирай. Упс. А, моя вина. Это просто гребаный камень. Это не может быть апгрейдом каждый раз, как ты это видишь. Да? Печально. Печально, конечно. Эбэдэ. Ебейте! Ты твою же мать, во. Почти на месте. Бу-бу-бу-бу-бу. Ты чё это? Чё это оно так быстро? Да-да-да-да. Я не знаю, если тут есть какой-то босс еще, это будет вообще охеренно. Опа, это что там? А, это я вышел из него. Так, хпшка у меня есть, пока еще эти додики ни разу меня не попали даже. Хер меня... Ой-ой-ой. Кто попадет? Ох, это призем... А, это лестница. Уху! Типа-ти. Хорош. Так, это надо взять. Где там? Где там? Во. Ясно, я не промахиваюсь по этим желтым херям, потому что по ним нельзя промахнуться. Если стреляет эта хрень, значит ты по-любому уже попал. А, это тоже лестница? Нет. Просто немножко выше, говорит. Отлично! Давай продолжим. А ты так... А, давай чуть-чуть прогуляемся или что-то в этом роде. Хочешь услышать шутку? Давай. Почему обезьяны не падают с деревьев? Не знаю. Потому что там бананы?
Потому что она мертвая. А, или почему обезьяна упала с дерева? Черный юмор обожаю. Ой, как медленно я иду. Что происходит? Почему я так медленно иду? Непонятно. И тут медленно иду. Их. Так, значит, далеко стрелять я не могу, только себе. Я вообще стрелять не могу. Мы очень близки к выходу уже. Ты пойдешь куда-то от меня направо? Не понял, о чем он. Честно скажу, не понял. Портал? Заходим? Заходим. О, что-то... У меня плохое предчувствие насчет этого места. Мне не нравится этот цвет, босс. Что это за гребаный робот тут наверху? Я не знаю, но я его грохну. Нет, я его не грохну. Попробуй использовать шотган так часто, как сможешь. О, все, нет робота. Он тут один был? Он тут не один. Охренеть. Блин. Вот это уже... О. Никто меня не остановит. Вы что, с ума сошли, что ли? Нахер добавить? Эти парни были просто ужасны. Но у них не было ни единого шанса против меня. И против тебя, конечно, извини. Что ж, мы на месте. Уровень 12 следующий. Ай, жаль как. Давай используем тот глич, про который я говорил. Выход из программы сейчас там, где кто-то там, кто-то этнит допс. Ну, ты думаешь, что ты там что-то найдешь, поищешь, пожалуйста, заходи в портал. Хорошо. Я тебе верю, непонятный куб. Окей. Просто иди как нормальный тип. Не делай ничего необычного. Просто продолжай идти вперед. Я не хочу. Что-то как-то все это странно. Это портал. Хорошо, просто заходи. Отлично! Не упади! Понял, вот глич, про который он говорил. Ага, внизу больше ничего нету. Это кто-то там порталы справа. Тебе нужны порталы. Иди в один из них. Это полностью безопасно. Я думаю. А в какой из них? По правде говоря, я не имею ни малейшего представления. Давайте сначала в синий сходим. А, синий это вода. Это выглядит очень похожим на первый уровень. И это настоящая лава и здесь. Понял, буду аккуратен. А где портал? Вон он. Я надеюсь, мы тут не застряли. А смотри сверху. Да вижу я портал. Мы должны найти что-нибудь. Я вижу портал. Не ссыкуем. Не ссыкуем, все в порядке. Опа. Вот это да. Вот чего не ожидал, того не ожидал. А, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин! Да, тихо, сейчас все будет! Во-во-во, тихо. И это портал. Нет, это не портал. Значит, сюда. Это один из порталов, правильно? Во, отлично. Что за херня? Не знаю. Я ничего сейчас не говорил. Не-не-не-не-не-не-не. Что происходит? Я не знаю, ты меня сам сюда заманил, маньяк-извращенец. Говорил, глич, короткий путь. Вот тебе и короткий путь. Хер поймешь, где мы теперь. Куда завел меня? Слушай, ты там Мэгги передай, пусть она включит какую-то музыку. А ты не терял никаких этих самых файлов игры?
Да вроде нет. Чё-то не страшно. Что? Что это? Я не знаю, какой фонарь. Мы застряли здесь? Да ну нахер, ты чё? Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Как так? Я не могу выключить эту игру. Твою мать! Братан, куда ты нас завёл? Ну-ка, выводи нас отсюда. Ты сделаешь это? А, он просит меня выключить игру. Да не, подожди, как это выключить? Подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты чё это? Не-не-не. Твоя шутка про обезьяну стоит, чтобы подождать. А все это выглядит как какая-то тупая шутка? Не знаю. Мы с тобой как бы и тут вместе застряли. Помоги мне. Как? Я не могу находиться тут больше. Ты можешь помочь мне? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Как так? Как так-то? Эй-эй-эй-эй-эй! Где продолжение? Ну твою ж мать, на самом интересном месте! Подожди, может что-то будет? Это ж вообще нехорошо. Офигеть! Офигеть! Вообще некрасиво с вашей стороны! Вообще некрасиво! Если сейчас ничего не изменится, то это походу все. А это походу все. Ну ё-моё! А игруля-то реально интересная, слушайте. Ну да, все то же самое. Правда, игра почему-то вылетела, непонятно почему. Возможно, так как раз таки и нужно было, потому что и музыка сменилась на фоне, и название, кстати, появилось, тогда названия не было. Да, вот сейчас, если нажать логин, то будет все с самого начала. Давайте все-таки проверим, мало ли. Ну, пока что все то же самое, я должен сказать. Да, все с самого начала, к сожалению. Что ж, вот такая игруля получилась. Попробуйте сами ее пройти, скачайте в Steam, один хрен бесплатно и реально очень даже доставляет. Знания английского, в принципе, на уровне школьного вполне хватит для того, чтобы понять, о чем с вами хотят поговорить. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр, всем пока. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.